дела? Привет. Отлично, потому что у меня есть возможность говорить с вами сегодня. Спасибо, мне очень приятно это слышать. Что нового? Все по-старому, как у тебя? Что ты сегодня делал? Сегодня у меня был урок математики. Урок математики? Сегодня воскресенье. Ну, я занимался математикой. Занимался математикой? Тебе нужно было делать домашнее задание по математике? Да, слишком много домашних заданий. Хорошо. А тебе нравится учиться в университете Seton Hall? Да, мне очень нравится учиться в университете Seton Hall. Угу. А что ты изучаешь? Я изучаю русский язык, испанский язык. Угу. И международные отношения. Это моя специальность. Твоя специальность — международные отношения. Хорошо. Тебе нравится изучать международные отношения? Да. Угу. Международные отношения очень интересны. А почему ты изучаешь международные отношения? Наверное, ты хочешь полететь в Россию? Что? Почему ты изучаешь международные отношения? Наверное, ты хочешь полететь в Россию? Да. Я собираюсь полететь в Россию летом. Ага. А что ты там будешь делать? Я буду изучать русский язык. Ага. Еще что? Что там могут делать туристы? Туристы могут посещать музей Ленина, Титоковскую галерею, Красную площадь. Угу. Туристы могут посетить мавзолей Ленина, Красную площадь. А ты знаешь, что такое ГУМ? ГУМ – это государственный универсальный магазин. Да, там все очень дорого. Да. Если ты туда пойдешь, тебе нужно много денег. Вы можете дать мне денег? Я тебе дам 500 рублей. 500 рублей – это сейчас... Это ничего. Это сейчас 6 долларов. А что ты знаешь о Москве? Я знаю, что Москва – самый лучший город в мире. Ну, ты же там не был, откуда ты знаешь? Ну, хорошо. Москва – очень хороший город. Москва – столица России. Ага. И там есть... Университет МГУ. Люди русского правительства учились там. Да, хорошо. А МГУ это что? Московский государственный университет. Молодец, да. Вы учились в Московском государственном университете? Да, я учился там. Я закончил там курсы по преподаванию русского как иностранного. Ты прав, Москва очень хороший город, очень красивый город. Я знаю. Красная площадь очень красивая. А почему Красная площадь называется Красная? Раньше Красная значила красный. Да, красивая, хорошо, молодец. Поэтому Красная площадь называется Красной. Не потому, что она красная, а потому, что раньше в русском языке красный значило красивый, да? Да. Хорошо. У тебя есть друзья в России? Да. Ага. У меня... Друг, как зовут Айзек. Друг, которого зовут Айзек. Это друг, про которого ты мне рассказывал. Он живет здесь, в Америке, да? Да. Ага. А сколько ему лет? Ему как... 50 лет. Ему 50 лет. Хорошо. Чем он занимается? Что он делает? Честно говоря, я не знаю.
Ты не знаешь, это же твой друг, ты должен знать. Он с тобой ходит в тренажерный зал? И ты там с ним познакомился? Да, Да? по-русски. Хорошо. Ты говоришь с ним по-русски? Хорошо. Ему нравится, что ты говоришь с ним по-русски? Ему очень нравится, что я Хорошо. говорю по-русски. А что он знает об университете МГУ? Мне рассказывал, что МГУ, МГИМО самые лучшие университеты в России. И не только в России, в Европе тоже. Он прав. Давай посмотрим с тобой видео одной студентки из МГУ. Видео. Я включу, ты посмотришь. Ее зовут Алина. Она учится в Московском государственном университете. После того, как ты посмотришь видео, у меня будут к тебе вопросы. Конечно. Хорошо, готов? Договорились. Да, и когда ты будешь слушать видео, возьми ручку и листик и напиши, запиши две ошибки, если ты услышишь. Алина, она сделала две ошибки. Какие ошибки ты должен мне сказать? Хорошо. Хорошо, сейчас я поделюсь экраном. Одну секунду. Ты видишь мой экран? Ты хорошо видишь мой экран, да? Хорошо, я включаю видео. Слушай внимательно. Привет, дорогие студенты университета Ситон Холл. Меня зовут Алина Сорокина. Я живу в Москве. Раньше, до поступления в Московский государственный университет, я жила в Санкт-Петербурге. Потом я переехала в столицу России, в Москву. Москва – очень красивый город. Здесь очень много туристов, которые прилетают сюда посмотреть на различные достопримечательности, сходить в театр, посетить Третьяковскую галерею, погулять по Красной площади и по ГУМу. Я знаю, что университет Ситон Холл находится в штате Нью-Джерси, в Соединенных Штатах Америки. И я слышала, что там очень хорошо обучают русскому языку. Поэтому я буду рассказывать вам о своей студенческой жизни на русском языке. Я надеюсь, что вам нравятся уроки вашего русского профессора Артема Кальянова Витальевича. Он, наверное, очень много задает вам домашних заданий. В России так преподают. Студенты очень много занимаются. Весь день, всю ночь, света белого не видя. Я студентка 4-го курса, я изучаю лингвистику. Я думаю, что изучать языки это так интересно. Я учу английский язык и китайский язык. Я также очень хорошо говорю по-итальянски, по-немецки и испански. И, кстати, испанский и итальянский языки очень схожи. Многие слова в этих языках почти одинаковы, как в произношении, так и в написании. Здесь, в Москве, после окончания бакалавриата, я собираюсь поступить в аспирантуру. Вы, наверное, слышали, что МГУ очень престижный университет. Здесь очень хорошо обучают. И я очень горжусь тем, что я студентка МГУ. Однако, мне нужно очень много работать, потому что жилье здесь очень дорогое. Я живу в центре Москвы. Снимаю здесь квартиру вместе со своей подружкой Катей. Кстати, она передает вам привет. Катя на 2-м курсе. Обычно мы всегда вместе завтракаем, потом она уходит в университет, а я еще остаюсь дома, заканчивать свои домашние задания. Мой первый урок всегда начинается в 11 часов утра. Вечером после уроков мы ужинаем, болтаем немного, смотрим наше любимое шоу по телевизору «Минута славы». Затем вместе садимся за стол и делаем уроки. Ладно, мне пора идти. Я буду ждать от вас ответа. С наилучшими пожеланиями, Алина. Хорошо.
Ты все понял? Да. Хорошо, молодец. Она очень быстро говорит. Да, она очень быстро говорит, как носитель языка, потому что она русская. А где она живет? Где живет Алина Сорокина? Сейчас Нет, не сейчас. Откуда она родом? она жила в Санкт-Петербурге. А сейчас где живет? Она живет в Москве, Она потому живет. что она учится в Московском государственном университете. Молодец, да. Ей очень нравится этот университет. А она что-нибудь слышала когда-нибудь об университете Ситтенхолл? Университет находится в Сан-Оранж и хорошо обучают русскому языку. Да, что она слышала, что там хорошо обучают русскому языку. Хорошо. А еще она рассказывала о том, как преподают в России. Ты слышал? Как преподают в России? В Они России... занимаются больше. Хорошо. В России легко учиться или сложно? Легко или трудно? Больше трудно. Труднее намного, да. Студенты Всю очень... весь день, всю ночь Да. занимаются. Она сказала, что студенты весь день и всю ночь занимаются. Молодец. А на каком курсе, Алина, сейчас? Она на четвертом курсе. По-моему, на третьем. Нет. Молодец, на четвертом курсе, да. А где... Ну, она живет в Москве, да? Да. А где в Москве? В России. В Москве. А где в Москве? В центре. В центре Москвы, молодец, ага. А с кем? Она живет одна или с кем-то? Она живет с подругой Катей. С Катей, да. А во сколько у Алины начинаются уроки? Начинается в 11 часов. У нее уроки начинаются в 11 часов. А у Кати помнишь во сколько? Еще раз, пожалуйста. А во сколько начинаются уроки у Кати? Она начинается уроки в 2 часов. У В нее два часа. нет, Катя уходит раньше, поэтому у Кати уроки начинаются в 8 часов утра. 8 часов, да? Алине нравится Москва? Она любит Москву. Она любит Москву. А что там могут делать туристы, она рассказывает. Посетит ГУМ, Хорошо, еще что? Третьяковскую галерею, Ага. Красную площадь. Да. Много разных достопримечательностей, да? А у Алины своя квартира или она снимает квартиру? Она снимает квартиру. Она сказала, что студенты много занимаются в России, да? Да. Она сказала, света белого не видят. Как ты понимаешь это? Что значит этого? А как ты понимаешь? Подумай. Свет это что? White light doesn't shine. Да, то есть свет это light, да? А белый это какой? White, ты сказал, да? Не видят. Когда студенты не видят белый свет, что происходит? Почему студенты не видят белого света, как ты думаешь? Когда они всегда занимаются. Да, то молодец. То есть они всегда дома. Поэтому они не видят света. А по-английски как ты это скажешь? Есть английская идиома, которая то же самое означает. С точно таким же значением.
Может быть, ты можешь вспомнить. По-английски мы говорим they don't see the sunlight, right? Yeah, okay. Meaning they're always inside. Хорошо. Вы знаете английский язык больше, чем я. Я просто очень люблю идиомы. А ты какие-нибудь еще русские идиомы знаешь? Когда... Вопрос не... Ага. Например, если ты меня очень долго не видел. Ты меня не видел 2 года. О, сколько лет, сколько зим. Молодец, сколько лет, сколько зим. А если ты много очень работаешь... Да, вы работаете как лошадь. Хорошо, можно так сказать. А как ты скажешь по-русски «it is snowing»? It is snowing, it is raining. Шел сильный дождь. Ну, ты мне говоришь in the past, I need in the present, в настоящем. Идет. Идет дождь, идет snow. Снег, да? Снег. Это идиома, потому что идти means ногами, да, идти. Хорошо. Какие языки Алина изучает, помнишь? Она изучает английский язык и китайский язык. Правильно. А на каких языках она уже говорит? По-русски, по-испански, по-итальянски. Да. Ну, по-русски она говорит, потому что это ее родной язык. Да. Поэтому она говорит по-русски, да? А ты можешь мне рассказать о своем обучении в университете? Подожди, давай подождем секунду, я забыл. Я хотел тебя спросить. Ты услышал какие-нибудь ошибки в речи Алины? Она не сказала Каянов Артем Витальевич. Молодец. А она сказала неправильно, потому что по-русски мы говорим сначала фамилию, потом имя, потом отчество. Фамилия, имя, Фио, молодец, да. Но она сказала нам неправильно, да? Да. А отчество это что? Имя отца. Угу. Имя отца плюс окончание, да? Хорошо. А еще какая ошибка была? Еще услышал ошибку? Она сказала, я учу. Учу что? Нет, я забыл. Она сказала, я учу, и там была ошибка, да. Она сказала, я учу английский язык и русский язык. А где ошибка? Я изучаю. Правильно, когда ты изучаешь какой-то предмет или язык, ты изучаешь, да? А как ты скажешь, I study at a university? Я учусь... В университете. Учусь, да. А учу это что? Я учу. To teach? Yes, I teach. Я учу тебя русскому языку. Да, это будет другой глагол. Правильно, ты нашел ошибку. Расскажи мне о своем обучении. Ага. Утром я просыпаюсь в 5 часов. Так рано? Что? Так рано? Да. Да. Ага. Потому что мне надо делать домашнюю работу. Опять. По русскому языку, наверное. Да. Ага. Может быть. После этого я ем 4 яйца. Угу. Так много. Да. Хорошо, потом. Я езжу в школу. Uh-huh. И мой первый урок начинается в 8 часов. После этого uh-huh. у меня еще 2 урока. У тебя обычно 3 урока каждый день? Нет, каждый день по-разному. Однаково. Не одинаково, по-разному. Uh-huh.
Хорошо. А после университета что ты делаешь? Домашнюю работу, Домашнюю работу. и я ложусь спать в 9 часов Вечера. А во сколько вечера. ты обедаешь? В 9 часов. А где ты обедаешь? Нет, Что? как обедаешь в 9 часов, это очень поздно. Обедаешь, не ужинаешь, обедаешь. Я ем много разов. Ешь много раз. А во сколько ты обедаешь? Обычно я обедаю в 9 часов или 11 часов. Это очень поздно, нет? Обед. Ты Да, я ужин... знаю. И Ага. я ужинаю Ага. в 3 часов или 5 часов. Да, ну обедаешь ты в 3 или в 5, да? А ужинаешь в 9 вечера? Каждый день он одинаковый, я не По-разному, да. знаю. А где ты обедаешь? Я обедаю в столовой. Столовой. Я думал, ты обедаешь у себя в ресторане у твоего отца. Может быть. У него есть ресторан, я знаю. Да. А какой? Самый лучший итальянский ресторан по штату Нью-Джерси. Молодец, хорошая реклама. У него там очень вкусно готовят. Да. Хорошо. А что они готовят там? Все. Все, любую итальянскую еду. Да? Хорошо. Давай, ты мне описал свой рабочий день, да, и с утра ты очень рано встаешь, потом завтракаешь, потом едешь в университет. Я тоже очень рано встаю, очень поздно ложусь. Когда человек поздно ложится, как его называют? Помнишь? Секунду, потому что я жаворонок. Молодец, ты жаворонок. Ты рано встаешь и рано ложишься спать. А тот человек, который поздно ложится спать, и утром ему тяжело вставать, как его называют? Сова, сова. Сова это что по-английски? Аул. Сова. Хорошо. А у тебя напряженный график каждый день? Да, потому что вы меня задаете слишком много Ой, заданий. я так и знал, что ты это скажешь. Давай, мы с тобой представим, поиграем в ролевую игру, диалог. Давай Хорошо. представим, что ты декан, факультета иностранных языков в университете Ситтенхолл. Декан это кто? Один. Да, ты декан. Я потенциальный студент. Готов? Я прихожу к тебе в твой офис, чтобы узнать об учебе в университете Ситтенхолл. Хорошо? Ты готов? Пин, я всегда готов. Пионер всегда готов. Ты знаешь эту фразу? Да. Да, пионеры, когда они были, всегда были готовы. Поэтому говорят, пионер всегда готов. Как твое отчество, я не помню. Саваторович. Да, Сальваторович. Ну, то есть я прихожу к тебе и говорю, здравствуйте, Александр Сальваторович. Здравствуйте, чем могу помочь? У меня к вам вопрос. Меня зовут Артем Кальянов. Мы с вами назначали встречу на 3 часа дня сегодня. Точно, точно. Я почти забыл. Заходите, садитесь. Ты меня удивляешь, ты так быстро отвечаешь, я не ожидал. Спасибо. Я слышал, что вы отличный. Да, я отличник, я очень хорошо учусь, и это правда.
Я планирую у вас учиться в университете. Хорошо. Что вы планируете изучать в университете? Я бы хотел поступить на факультет иностранных языков. У вас есть такой факультет? Да, ну конечно. А какой или какие языки вы планируете изучать? Я бы хотел на самом деле изучать много языков. Я очень люблю языки. Я бы хотел изучать русский язык, французский язык, испанский язык, итальянский язык. Я думаю, что у вас будет очень напряженный график. Наверное, я тоже так думаю, потому что изучение языков всегда требует времени и нужно много работать. А у вас... Я бы очень хотел поговорить с профессором иностранных языков. Я вам советую пойти на второй этаж и поговорить с профессором Куктой. Она вам расскажет о русской программе. Она преподает русский язык? Да. Она очень хорошая учительница. Или хороший преподаватель. Спасибо за информацию. Я обязательно пойду на второй этаж и спрошу у нее, задам все вопросы ей по поводу программы русского языка. Но я уже говорю по-русски. Может быть, мне пойти на французский язык? Ну, вы отличный. Поэтому я хочу еще какой-то язык изучать, да? Хорошо. Спасибо за ваше время. Было приятно познакомиться. А мне тоже было очень приятно познакомиться. Если у вас есть такие какие-то вопросы, напишите мне. Я вам обязательно напишу на вашу электронную почту. А какой адрес вашей электронной почты? Это мое имя. Это твое имя, ваше имя. Да. Можно я запишу, продиктуйте? Что? Еще раз, пожалуйста. Продиктуйте. Диктовать. Диктант. Продиктуйте мне в адрес вашей электронной почты. Я хочу записать. Хорошо. Я пишу. А. Ага. Р. Да. Е. Да. X. Ага. А. Ага. N. D. R. G. R. A. N. A. T. A. Ага. Потом. Это Seton Hall. А вы по-русски забыли, как сказать это? Собака. Собака. And then that? No, я декан. Ты декан, ты забыл, как... Вы забыли, как сказать по-русски это. Молодцы. Ну, молодец, очень хорошо. Мне очень понравилось, как ты реагируешь. Ты очень хорошо говоришь. Практика... Как сказать... Я уже хочу по-английски с тобой говорить. Как сказать по-русски... Practice makes perfect. Знаешь? Повторение матучения. Да. А literally это что значит, дословно? Repetition is the mother of learning. Да. Это тоже идиома русская, да? Пословица это тоже идиома. Хорошо, Алекс. Сегодня мы очень хорошо с тобой все обсудили. У тебя есть домашнее задание. Твое домашнее задание, конечно, да, всегда. Твое домашнее задание записать видео, ответ Алине Сорокиной. Я тебе скопирую видео, которое мы сегодня посмотрели, в нашу папку Dropbox. Ты посмотри его, и потом тебе нужно на него ответить.
В своем видео ты должен рассказать Алине, где ты живешь, как тебя зовут, где ты учишься, где находится университет, какой это университет, что ты делаешь в свободное время, какие твои, чем ты увлекаешься, да? Потом, есть ли у тебя какие-то друзья, какие языки ты изучаешь. И в самом конце видео ты должен пригласить Алину в США. Хорошо? И рассказать ей, почему тут хорошо, что она здесь может делать, какие достопримечательности она может смотреть. И, может быть, если она прилетит, она тебе приготовит борщ. Хорошо. Хорошо, но это все. И блины. И блины, да. Еще какую русскую еду ты знаешь? Какую русскую еду ты знаешь еще? Я знаю икру. Ага. Ну, борщ. Икра, борщ, блины. Угу. Картошки. Картошка, да? Картошка. А как ты скажешь по-русски dumplings? Знаешь? Я не знаю. Пельмени. 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 Пельмени, да. Русские сибирские пельмени со сметаной. Сметана это что? Это хороший вопрос. Это sour cream со сметаной, да? Со сметаной. Ну хорошо, Алекс, на сегодня все. Мы очень хорошо с тобой поработали. Было очень приятно говорить с вами. Мне тоже с тобой было приятно поговорить. Удачного выполнения домашнего задания. Когда мы с тобой увидимся? Когда у вас есть время? В университете, когда мы увидимся? В какой вторник. День? Вторник. Когда? Вторник. Во вторник, да? Во вторник. Во вторник увидимся. Во сколько? В 5 часов. В 5 часов вечера у нас урок. Да. Ну, хорошо. До встречи во вторник. Да. Давай, пока-пока. Увидимся. Увидимся.